Это новости на RTVI. Продолжаем выпуск. Американские астронавты, которые сейчас находятся на борту Международной космической станции, побрились на лысо из-за проигрыша сборной США команде Германии на Мундиале. Таковым было условие Пари, которое Рейд Уайзман и Стив Свонсон заключили со своим немецким коллегой на МКС Александром Герстом. Он и выложил в своем твиттере фотоподтверждение того, что американцы свое слово сдержали. В случае победы США немецкому астронавту на лбу собирались нарисовать американский флаг. От этой участи...